Утром в газете и вечером в куплете. Два текста под общим названием «Украденному Данилу Давыдова». Фильм заканчивается сценой в противоатомном бункере 50-х годов. Трибуна для обращения президента к нации, терминалы. Я видел такие только в лаборатории, в университете. Их подарили английские студенты в конце 70-х, когда уже Саган, и было понятно. Мальчик за это время подрос, ничего не состоялось. После мы шли по остывающему кольцу, конец июля, воскресный вечер, я думал, да, люди не помнят друг друга так долго и верно, как вещи. Смеющиеся глаза подростков в последнем ряду, рука нашаривает коленку. Экран гаснет внезапно, сирена оповещения, крик рвущейся ткани. Как вам? Я бы хотел только один вопрос. Мистер Дэв, эти глаза, как вам эфир, забитый не истерическими голосами дикторов? А назвали ими мультиплексов, трейлерами. Как вам детские страхи? Чью горечь можно теперь заесть сладкой воздушной кукурузой и забить газировкой в самом конце? Одного черно-белого фильма 50-х годов «Молоко и чернила» расплескивался какой-то спиричуэл, рассыпался, как воздушная кукуруза, разливался непрозрачной водой. Как тебе эти исправные еще терминалы? Нарад, СПРН, загоризонтный РЛС, остывающее кольцо, надмирное лето. Молоко, чернила, титры, несмелые поцелуи, оживающий постепенно эфир, электромагнитный вой, детские голоса, вспыхнувший свет. Второе. Выбегают на сцену черно-белые вспышки света. Не верь, не бойся, не проси. За этим наблюдают несколько миллионов человек. Восточное полушарие погружено в темноту. Разве в каком-нибудь Благовещенске утро. Воскресное утро девочки-школьницы перед телевизором доедают завтрак. Говорят, черненькая теряет голос, никогда не сможет петь. Ее жалко, но мне все равно рыженькая нравится больше. Мать моя одноклассница однажды вечером позвонила в дверь, вручила мне толстую книгу, велела передать отцу. Его не было дома. Он перезвонил и попросил ни в коем случае в нее не заглядывать. Разумеется, я за два часа почти половину. Моя одноклассница была столько же, сколько сейчас этим девочкам в Благовещенске. Там было про женщину, которую в камере обливали ледяной водой. Из шланга она кричала коммунисты итальяно, и про это не верь, и так далее, тоже было. Медленное, непрозрачное время растекается, как вода, по поверхности мира. Несколько миллионов человек в северном полушарии. И, может быть, только трое или четверо стариков, измученных бессонницей, пялятся в экран телевизора, ничего не понимая, кто эти дети. Кто им рассказал про это? Зачем об этом напоминать? Несколько миллионов человек. Москва, Магадан, Норильск, Воркута, Пермь, Ленинград. Время, ночь, говорит Рига, Руна, Рига. Работают все радиостанции Европейского Союза. No rīta avīzē vakarā pantiņā rīta teksts ar kopīgu nosaukumu uz aktu D.T. Ukraiņu Daļu Davidu. Jā. Filma beidzas ar ainu 50. Gada kodola bunkarā, tribīna prezidenta vēstījumam nācijai, termināļi. Tāds esmu redzējis tikai laboratorijā universitātē. Tos uzdāvināja Anglijas studenti 70. Gada beigās, kad jau sagāns un bija saprotams. Puisēns tikmēr paaugās, nekas nepiepildījās. Pēcāk mēs gājām pa dziesošo loku, Jūlija beigas, svētdienas vakars. Es domāju, jā, cilvēki neatceras cits citu, tik ilgi un pamatīgi kā lietas. Smejošas pusauģa acis pēdējā rindā, roka taustu ceļgalu. Ekrāns pēkšņi nodziest, trauksmes sirēna, plīstošas drēbes kliedzienas. Kā es jums gribētu tikai vienu jautājumu, Mr. Dess? Šīs acis, kā jums tik ēters? Ko pieslānīja nevis histērisks diktoru balses, bet reklāmas rullīši, multipleks nosaukumu. Kā jums bērnu bailes, kurš sūrmē tagad var uzkots saldu popkornu, uzdzert gāzētu dzērienu, kāds melnbalts 50. Gada filmas pašās beigās, piens un tinta izšķrācās, kaut kāds spiričuāls. Izbir, kā popkornas, izlīja, kā necārspīdīgs ūdens. Kā tev šī vēl lietojamie termināļi norāda? Pretriķiešu vairogi, aizhorizonta RLS, atdziestošas loks, pārpasaules vasara, piens, tinte, titri, biklis, kūpsti, pamazām atdzīvojošies ēters, elektromagnētiskas gaudas, bērnu balses, iedegusies gaisma. Un otrs.
uzskrien uz skatuves, melnbalti, gaismas zipšķi. Netic, nebaidies, nelūdz, to visu vēro vairāk miljonu cilvēku. Austrumu puslot grimst tumsā, varbūt vien kaut kādā Blagoveščenskā rīts, svētdienas rīts. Meitenes skolnieces pie televizoru dāda brokastas. Runātāji melnīgajie zūd balss, nekad vairs nevarēs dziedāt. Žēl viņas, bet man vienalga, tā rudā man patīk labāk. Viens klasesbiedrens māte vienreiz vakarā piezvanīja pie durvīm, iedēja man biezu grāmatu, lika nodot tēvam, viņš nebija mājās. Pēc tam piezvanīja un lūdzu nekādā gadījumā neskatīties grāmatā. Saprotams, es divās stundās gandrīz pusi. Manai klasesbiedrenē bija tikpat, cik tagad tā meitenēm Blagoveščenskā. Tur bija par sievieti, kur kamerā aplēja ar augstu ūdeni no šļūdenes, bet viņa kliedz. Komunisto italiano, komunisto italiano. Un par to netic, un tā tālāk arī bija. Lēns, necaurspīdīgs laiks, izplūst kā ūdens pa zemes virsu. Vairāk miljonu cilvēku ziemeļu puslodē. Un varbūt tikai 3 vai 4 vecīši bezmiegu mocīt, blēņuši televizoru ekrānā neko nesaprastam. Kas ir šie bērni? Kas viņiem par to stāstīs? Kāpēc par to atgādināt? Vairāk miljonu cilvēku. Maskava, Magadan, Norīska, Vorkut, Perm, Ļeņingrad. Laiks, nakts, runā Rīga. Runā Rīga, strādā visas Eiropas Savienības radiostacijas.